Знакомьтесь, это Пушкинская карта, совместный проект Минкультуры, Министерства цифрового развития и Почтабанка, который позволяет молодым людям в возрасте от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, выставки, филармонии и другие учреждения культуры за счет федерального бюджета. Возможно, вы небольшой любитель театров и музеев, вы думаете, что эта карта вам совсем не нужна. Ну а что, если я вам скажу, что по Пушкинской карте можно абсолютно бесплатно посетить смотровую площадку на Москву-Сити с безлимитным мороженым от компании «Чистая линия». Сделать красивую фотографию, посмотреть на Москву с птичьего полета, вдоволь наесться мороженого, и все это абсолютно бесплатно. В течение следующей минуты я быстро расскажу вам все подробности оформления Пушкинской карты и посещения смотровой площадки. Заходим на аккаунт в госуслугах, если у вас его нет, создавайте. Там вводим все данные, в том числе серию и номер паспорта. Теперь нам нужно подтвердить аккаунт, ищем соответствующую кнопочку в приложении вашего банка. Вот здесь она находится, нажимаем и аккаунт подтверждается. А если у вас еще нет карты, то оформляйте, взрослый уже. От себя рекомендую Тинькофф, по реферальной ссылке в описании получите бесплатное обслуживание навсегда. Ждем, когда аккаунт верифицируют модераторы. Теперь скачиваем приложение госуслуги «Культура». Там входим в аккаунт и ждем выпуска пушкинской карты. И уже на следующий день пушкинская карта будет отображаться в вашем приложении. В приложении показываются все места, куда можно сходить, и баланс карты. 2022 год, доступно 5000 рублей. Теперь купим билеты. Заходим на сайт Панорама 360, выбираем билет по Пушкинской карте. Зайти на смотровую площадку надо будет в течение часа после выбранного времени. Реквизиты для оплаты вы найдете в приложении госуслуги «Культура», нажав на кнопочку «Показать данные». Билеты придут вам на почту. Москва-Сити находится на пересечении трех веток метро МЦК и МЦД. Подъезжаем на станцию Выставочная или деловой центр. В общем, куда хотите подъезжайте, везде вы выйдете к башням Москва-Сити. Нам нужен выход из метро номер 1 к башне Федерация. Это вот такая двухглавая громадина. Заходим через вертушку и спускаемся на минус второй этаж. Там ищем стойку Панорама 360. Тут вас попросят показать билет, паспорт и страницу аккаунта в приложении госуслуги «Культура». Там должна быть ваша фотография. Не забудьте взять паспорт, без него вас могут просто не пустить. Поднимаемся на лифте, там нас ждет последний турникет. Прикладываем билет и все. Наслаждайтесь видом, ешьте мороженое. Кстати, там есть еще и шоколадная фабрика. Тоже все бесплатно и безлимитно. Я там был, классно и прикольно. Ну а за то, что я поделился с вами такой полезной информацией, попрошу вас подписаться и поставить лайк. Всем спасибо, всем пока. Дальше будет только больше.